С вами программа «Секреты вкуса российский». У нас сегодня в гостях Сергей Листопад. Патус, что у нас будет сегодня на столе? Давай. Как знаешь, ты придешь, тебя сразу сдали жену, все купюры, часы. Эти. Нельзя вообще показывать, потому что это как бы чудо-чудное. И снова здравствуйте, с вами программа «Секреты вкуса российский» и я, Александр Затуринский. У нас сегодня в гостях фокусник-иллюзионист, известнейший человек в мире фокусов. Это Сергей Листопад. Сереж, привет. Привет. Что у нас будет сегодня на столе? Давай мы расскажем нашим замечательным зрителям. Есть палтус, стружка тунца, бонита ее называют еще, это костромская соль, оливковое масло, топленое масло, соус унаги, виноград. Это что у нас? Вешеньки. И у нас есть кедровый орех. Это наш замечательный, я ее все время со свеклой путаю, это наш щавель, или, в общем, мы его называем крассалат, он бывает абсолютно разный. Это лайм, это мы в самом конце нам пригодится. Это доска, это нож. Это доска, это нож. Ну, а что, надо всем рассказать, конечно. Но вдруг кто-то не подготовился, поэтому у вас еще есть некоторое время успеть подготовиться. Мы сначала будем жарить рыбу. Точнее, это будет делать Сергей, параллельно показывать фокусы. А потом будем жарить к нему соус. Помнишь, как жарить рыбу? Да, не помню, но сейчас вспомню. Топленое масло все, оливковое половину. Стружка сначала бонита, и вот этим костромской солью мы делаем, обсыпаем эту рыбу и пытаемся жарить. Сереж, а нам кто-то кубик Рубика даст? Дадут, наверное. Дайте нам, пожалуйста, кубик Рубика. Пока сковородка разогревается. Пока разогревается. Секундомер в камеру показываешь и говоришь старт. Старт. И старт сказал? Конечно. Все, стоп. Ты тормозишь, уже собрано, а вот ты еще даже не нажал стоп. Братан, на, разбирай. Давай. Так. Сболтай его, давай. Я сейчас усложняю задачу, еще с закрытыми глазами это буду делать. Я думаю, что для тебя это без разницы. Давай. Закрытыми. Говоришь старт, я даже буду собирать. Старт. Старт, все, стоп. Секунду, пакет проверяй. Кубик собран. Вот видите, как у нас все. Он даже быстро. Секунду не успевает нажимать, а я собираю кубик. Ну, слушай, с тобой не будет. Спецпакет специально я тебе подарю. Это тебе. Вот так. А секунду еще идут, идут, идут. Ну, тебе надо еще готовить. Да, конечно, у меня скорость уже горячая. Подни пакет. Давай, я пакет отдам. Убирать. Хотя, я думаю, из пакета ты горячо, все, понеслась. Давай. Это полностью высыпаю. Вот такой он фокус. Все, уже кипит. Шкварчит. Обсыпай. Обсыпай. На тебе лопатку. Давай лопату, да. У меня один ножич кинули. Давай, покажи нам что-нибудь. Говорят, что ты бокалы гнешь. Вот у тебя бокал дали, да? Где бокал? А вот тут вот согнешь бутылку, нет? Бутылку? Да. Только вчера согнул. Вот дай тебе бутылку, согнешь? Нет, не хочу. Не согнешь? Не согну. Дай тебе бокал. Дай тебе бокал. Согнешь? Бокал согнул. На какую камеру надо гнуть? Прямо на камеру. Сделай вот так левую ладошечку. Левую ладошечку. Смотри, пью за тебя. Отлично. Прижми вот так пальчиком. Давай. Смотри на бокал и говори, что происходит с бокалом в твоих руках. Пока просто ерзает, правильно? Пока ерзает. На ножку смотри бокал, что с ножкой происходит. Гнется. Гнется. Да. Снимайте крупно-крупно прям, ребята, наводи. Держи, это тебе подарок на память. Переворачивать рыбу или не надо? Да, переворачивать. Вот так. Вот на самом деле никакого волшебства, вот такая история. Могу просто поставить, чтобы вы поняли, что это не взял, мухлёж, испортил прибор и не все, мухлёж, да? Ничего страшного, мы его как-то это. Вот всем видно, да, что это не обман. Ну, точнее, это обман, но профессиональный обман. Да, все понимают. Так. Что мы еще погнем? А мы можем, нет, сейчас давай, могу покруче что-нибудь мне показать. Мне кажется, наша передача сегодняшняя будет не про готовку, а действительно про профессиональность Сергея. Поэтому, главное, рыбу Сереж, не сжечь. Сереж, давай так, действительно, иди сюда. А я сразу здесь я уже стал. Понял, я просто готовить, я сказал, яичница, да, этот,
Сегодня готовить буду бульмени. Я. Сереж, давай. Вот мне кажется, наши зрители уже не ждут рыбу, они ждут фокуса. Поэтому сделай. Купюра красиво. Есть у тебя купюрка? Да откуда купюра? Все, как знали, что ты придешь, все сразу сдали женам все купюры, часы. А мы можем пригласить нашего шефа в кадр? Конечно. Антон, иди сюда. Иди, не стесняйся. Да, это наш замечательный бренд-шеф Антон. Представляю вам человека, вот, который нам сейчас проинструктировал, как это все делать. Пока все это он рассказывал. Мы помещаемся, смотрите, в кадры. Здесь столько всяких плашечек. Он как начал рассказывать, я на третьей. Какой на третьей? Я на пятой секунде просто потерялся. Он говорит, это туда, это сюда, это туда. Вот это настоящий наперсточник. Так. Салфеточки есть у нас, да? Конечно. А бумажные есть? Конечно. Отлично. Да. Вот, так, бумажные. Поменяйтесь местами, пацаны. Ага. Так, уже все, я Антон. Саня, смотри. Я сейчас буду салфеткой дотрагиваться до твоего лица вот так. Чуть-чуть назад сделаю вот так. Прям плечом к плечу стань. Как только почувствуешь прикосновение салфетки, закроешь глаза, так. Громко скажешь в кадр, до какой части лица я дотронулся, хорошо? Да. Закрываешь глаза. Как только почувствуешь прикосновение, скажешь, хорошо? Говори. Ну, я вообще не почувствовал. Нет. Лоб. Ты не подглядываешь? Честно? Нет, честно. Нос. Мне кажется, он смотрит. У-у. Шея. Открывай глаза. Психиатр есть знакомый? Потом видео дадите. Я дотрагивался до нашего шефа, до тебя даже не дотрагивался. Вот так вот. Поменяйся местами, потому что он не поверит. Смотри. Сейчас смотри. Стой. Вот здесь, Саня, стой. Чуть подальше. Я буду сейчас дотрагиваться до плечо, локоть, кисть. Это левая рука, это у тебя правая рука. Это плечо, позвоночник. Это грудь, хорошо? Как только почувствуешь прикосновение, скажешь, до какой части тела я дотронулся, ну, вот, в основном руки. Считай, сколько раз и до какой части тела. Закрываешь глаза. Ты видишь мою руку или нет? Видно, да? Внимание. Считаешь, сколько раз и говоришь потом, да? До какой части тела я дотронулся? Левая рука 3 раза. А рука, локоть, плечо, кисть? Ну, кисть. Ой, локоть, господи. Локоть, да, аккуратнее. Да, это была тренировка. Крепко закрой глаза. Мне кажется, ты подглядываешь. Внимание. До какой части тела я сейчас дотронулся? Спина. Спина с какой стороны? Правый. Сколько раз? Один. Спасибо, открывай глаза. Меняйтесь местами, там жарьте, что хотите делать. Так, Антон, я подальше. Так, подожди, а ты что, выключил, что ли, Антон? Я не знаю, пока я отошел, они уже все. А здесь уже и выключается она сама, что ли? Автоматом может. Так. Я туда не подходил, сейчас скажу, что я выключу. Еще? Конечно. Держи. Давай. Я уже боюсь... Можно было еще Антона сюда, ну ладно. Давай сейчас без него попробуем. Да, слушай... Салфеточки красивые возьмем сейчас. Давай. Вот так размотаем. А как вы думаете? А то. Пустой не бери, полный бери. Полный возьмешь, в ресторан пойдем. О, пошла профессиональная руда. Вот у нас картишки-то, да, пошли? Вот она. Цыганское лото, кому часы, кому пальто. Колода карт? На ту камеру? Да, на ту. Показываю. 54 карты – это покерный стандарт. Вот. Я сейчас вот так пролистаю колоду, а ты палец вот той руки просто вставишь в любое место в колоду. Я отвернусь. Все? Да. Запомни карту, запомни. Покажи ее в камеру. Я не смотрю. Сам тоже запомни. Запомнил? Да. Кладем карту. И теперь смотри, запеленай салфетку, вот просто замотай ее. Прям замотай вот так, да. Вот прям запеленай, прям, чтобы не было видно. Да. Держи колоду вот так. Возьми нож. И вставь нож через салфетку в любое место. Хочешь поменять место ножа или оставляем нож здесь? Хочу. Меняй. Вообще, нема базара. Это окончательный вывод? Да. Рвем салфетку по ножу и смотрим, какая карта под ножом. Вот оно что, Михалыч. Еще? Конечно, смотри, еще. Я уже понял, что твоя карта, да, двоечка червовая, она внутри колоды. Вот даже салфетка здесь застряла. Я с твоего позволения, ладно? Давай. Ага. Я пока положу колоду, давай. А то скажешь, подменил колоду. Ну, так, пока все подумают. Так, ага, все. Давай. Смотри, твоя двойка в середине колоды. Раз подрезаю, два. Сколько раз еще подрезать? Еще один. Еще раз? Да. Вот так? Все. Да. Все? Она? Да, она. Убираем. Смотри, подрезал раз, подрезал два. Нигде ее не зажимаю. Тут ее нет. Хватит или еще раз подрезать? Подламываешь, такая карта профессиональная. Да, это вообще бомба. Смотри, готов? Она все равно сверху. Ребят, потом на замедленную, пожалуйста, надо поставить еще. Показываю. Колода карт. Сейчас. Вот двоечка. Убираем ее в середину колоды. Вот она, видишь? Это не она уже. Я честный человек, братан. Угу. Видно, да, двойка? Вот так я сейчас вижу. Видно двоечку? Да, видно.
убираю под колоду, подравниваю, подровнял и подровнял. Все, ничего не делал. А твоя двойка как лежала сверху, так и лежит. Ты помнишь, что можно даже ее подписать, потому что ребята да, подписывали. Здесь да, реально перед съемкой. Ну давай специально для тебя, вот я их там не стал сильно шокировать, ну давай для тебя. Твоя двойка в середине колоды. Сейчас на слух, я буду вот так пролистывать колоду, а ты скажи стоп в любой момент, просто, просто на слух, я даже отвернусь. Стоп. Здесь? Братан, где бы ты стоп не сказал, подожди, Саня, вся колода состоит из двоек. Я уже давно подменил колоду, ты видел сейчас все двойки? Колода самая обыкновенная, с этой стороны. Да. Любую карту можно пощупать. Эти. Покерок можешь сыграть? Нет. Уж лучше вы к нам, как говорится. А попытаться стоило? Нет, нет, нет. Хорошо. Да. Смотри, у нас уже рыба разваливается, поэтому давай я, собственно говоря, здесь я, к сожалению, завалил все дело. Завалил все дело. Да. Это все потому, что фокусы показывают. А, 100%. Слушай, ну это факт. Смотрите, мы рыбку на самом деле аккуратненько промокнули. Я уже боюсь, что даже что-то делал, потому что я... Но выглядит аппетитно. Погружен в фокусы. А понятно, что никогда мы не узнаем, о чем идет речь. Смотрите, нам нужно сейчас приготовить на другой сковороде... Пюре. У нас был небольшой-большой перерыв. Мы, конечно, посмотрели много чудес от Сергея. Не буду сейчас всех рассказывать их всем. Их не перескажешь, потому что их не тяжело, их надо прочувствовать. Некоторые нельзя вообще показывать, потому что это как бы чудо-чудное. Мы сейчас делаем соус, да? Да. Режем наш виноград. Вешенки. А есть виноград порезать? Или... Слушай, ну я думаю, что уже есть. Уже режь его. У меня не такие ловкие пальцы, чтобы виноград. Конечно. Ну, не, все удивляются, потому что у меня, смотри, у меня толстые сардельки, они вообще гибкости ноль. Все, ну, вот, кстати, вообще, да, просто вообще когда подламывают просто... карты, все-таки там есть... Согласен, вот это, там вот, я раньше... пианиста, да? Я пытался это сделать, но понял, что руки мои не для подламывания карт. Ну, твоими руками точно не подумаешь. Поэтому подумаешь. Народ велся так на эту всю фигню, говорит, о, сейчас я этого дядечку, сейчас мы его быстренько обыграем. А я своими сардельками буду-буду, уже и колоду поменял. Скажи, пожалуйста, понятно, с картами у тебя замечательно, со всем этим получается. А самый, ты считаешь, твой самый, самый крутой? А вот который ты сейчас прочувствовал на себе, когда ты сам подумал, что ты придумал слово, которое я тебе внушил. Википедия? Да, вот. Википедия, это, конечно, на моей вышке буду рассказывать. Это, конечно, потом, пилотаж. У меня много таких хороших. Вот штопор, который... Ну, чтобы вы понимали, давайте я все-таки расскажу нашим зрителям. Мы сейчас в перерыве. Это, конечно, ну, честно, даже моя... не, я Фома неверующий, как бы, даже я не понимаю, как это происходит. Вот, 16 миллиардов, да, 16. Да. Миллиардов слов угадать три слова. Да, угадать три слова. Которые... И заставить еще вас выбрать одно слово из 16 миллиардов. И они, вот, у двух людей, которым не сговариваются, это слово одинаково, из 16 миллиардов, это, конечно, круто. Так, давай мы все-таки зажжем нашу сковородочку. А я зажжел, уже убрал, дальнюю, потому что она горячая. Не, она горячая, просто вот, я уже ее в сторонку даже убрал. Потому что скажите, у тебя хватает времени на... Не хватает. Понял. Вопрос снят. Ну, в натуре вообще. Ну, слушай, нет, ты нет, какие-то нет, новые фокусы. У меня фокусов новых лет на 70 вперед. Отлично. Что, но ты? Я постоянно показываю старую программу, потому что я, когда начинаю что-то показывать, а не-не-не, братан, давай вот эту вот монету через дно, там еще что-нибудь. Ну хорошо, а чем ты еще, не знаю, рыбачишь, может быть? Нет? Нету времени. Ты в Инстаграм мой зайди и скажи, блин, как он еще живет. Дочка, скажи, в каком мы городе? Уфа, слава богу, сегодня ты вспомнила, да? Она уже вот со мной ездит. Ну, просто тяжело рассказывать. Я города уже не могу перечислять, потому что у меня в самом башке вот такая каша. Это вам еще просто сказочно повезло, вот благодаря тебе, что вы меня вытащили на эту передачу, потому что меня вот так словить где-то, пригласить в гости, многие просят, ну вот. Спасибо огромное, да, что сегодня с нами. Давай. Просто жрать люблю, поэтому пришел. Большой пожрать, ну и правильно. Да. Хоть так тебя вытащили, слава богу. Это да. Ну, готовщик я, видишь, еще тот. У меня все будет сыпаться. Там... Мне кажется, это следующий твой фокус будет. Никогда не умел готовить. И... Знаешь, есть кто готовит, а есть кто ест. Вот я тот, который ест. Слушай, ну хорошо, а у тебя есть в мире... Понятно, что ты самый крутой. Но есть в мире... Ну ладно, ну, не прибедняйся. Скажи, а есть в мире такой авторитет? Авторитет нету. Который, да, который я уже знаю, что ты хочешь сказать, нету. Нету? Нет. То есть ты считаешь, что это где-то далеко и как-то... Вообще, да, где-то вообще, знаешь, вот кто-то есть, потом долго-долго-долго никого нет, а потом я. А вот это, где долго есть, это снизу дно, а снизу постучали. Что дальше сыпать? Вещи, да, только надо поменьше сделать. Поменьше, да.
Слушай, Антон, ну, сказал, блин, ну так, круто. Да? Ну, у тебя такая бурная насыщенная жизнь, это очень круто. Ты знаешь, это круто, но устаешь перелетать, действительно, не понимаешь, в каком ты городе. И иногда в лифт заходишь, и там женщина с тобой заходит в лифт и спрашивает, а какой вам этаж? Я говорю, 9-й. Она смотрит на меня, а там 4 этажа. Я уже забыл, что я в другом городе, другая гостиница вообще. Мне такое, знаешь, когда я просыпаюсь где-то, я тоже часто езжу, просыпаюсь где-то в гостинице, я не понимаю, где я, дома, в гостинице, во, в городе. Во, ты меня понимаешь, вот. Я раньше сначала думал, да что там, это артисты как-то выпендриваются, типа, вот, я так устал, я там 10 городов. А когда сам это прочувствуешь, блин, это вообще, вот, все, кто знает меня в Инстаграм, следите за мной, ребята. Вы понимаете, что у меня самый лучший сон, это где-нибудь в аэропортах, в бизнес-зале постоянно. Хороший сон. Скажи, пожалуйста, а можно коммерческую тайну открыть? Да. Сколько стоит твой замечательный выступ? В эфир это сказать или просто для тебя? Ну, можешь это, в эфир сказать. Это не секретная информация, просто вот заходите на мой сайт, там все это есть. Ну, тогда если на твоем сайте это есть, то я думаю, что... Ну, поверь, то даже сумму, которую сейчас назову, она не стоит этих денег, потому что это очень заниженная сумма, которая сбилась пандемией, сбилась кризисами, еще чем-то вот этими... На данный момент я должен стоить, как я всегда говорил, за 25 минут шоу 50 тысяч евро. Это вот сейчас вот я шел к этой сумме, но пока лишь только 5 тысяч евро. 5 тысяч евро стоит 25 Пятерочка, минут? Пятерочка, да, 25 минут. И я очень прям, знаешь, завидую тем людям, которые смотрят мое шоу, потому что их жизнь делится на до и после. Это я сейчас с тобой так на халявку просто тут жарим колбаску. А если за бабки, там совсем другой напор. Там другая колбаска как... будет. Там умно... Высыпаем то. А то вы... стал считать, сколько я должен заплатить еще. А вы тащечки поменьше не было, то такая неудобная. Такая доска хорошая, знаешь, когда в кабаке драка идет, как дал. Да. Я вырос в ресторанах, если честно. С 15 лет я в кабаках прям... Я только в драке чувствовал себя человеком в детстве. Ребят, пожалуйста, не отключайтесь, буквально через несколько секунд мы к вам вернемся и продолжим. Ну что, вот заканчивается наша передача про фокусы. Мы, конечно же, попросим сейчас Сергея сделать еще один фокус с денежкой, наверное. Любимый фокус любимый. С денежкой. Он даже, наверное, угадает, в каком кармане у меня денежки. Но сначала мы продегустируем, предлагаю продегустировать, потому что рыбу мы готовили долго, точнее, ты ее готовил. Высокомолекулярно. Только смотри, говорим честно, если что-то не так сделали, не сделали, да, говоришь честно, блин, соли не хватает, того не хватает, либо пересолили, переперчили. Давай. Взорвай. Я первый? Ну, конечно. Ты всегда, ты вообще первый, я уже понял сегодня. Я понял. Ты первый из первых. Вот так вот. И сверху еще положу орешка вот это. Да, это обязательно. Грибочки. Грибочки туда, и виноградик. Ой. Ай. Вот так вот. Есть, лежит. Мне кажется, Сергей должен прям, знаешь, вот на вилку так рукой прям затягивать это, чтобы оно прям само висело. Ну, что скажешь? Достойно. Да? Вообще огонь. Но? Да. Оно? Да. Угу. Отлично, да. Я могу сказать, что не надо никакой соли больше, перца. Не, да. Не, соли вообще не надо. Да. Зашло. И, кстати, этот соус был очень круто. Ребят, все очень круто. Смотрите. Тает во рту, тает прям. Да. Сереж, тебе деньги дать или у тебя они сами появятся в кармане? Ну, началось. Меркантильно. Да давай, давай. Давайте, они тебе сами появятся. Ну, как ты хочешь. Я хочу появиться у тебя деньги сами. У меня только карты. Доставай. Ну, ты сказал, чтобы я угадал, да? Да. Смотри, у нас всего две купюры, да? Да. Деньги, сразу скажи, ребят, что... Ребят, я отвечаю, деньги, клянусь, деньги, я не верю, Фома, это реальные деньги, которые мы взяли да. у нашей команды, поэтому это не наши деньги, не Сережина, честно. Две купюры лежит на столе. Подумай лежит. Сейчас о любой из них, подумай. Просто подумай. А я сейчас попытаюсь угадать, о какой купюре ты думаешь. Можешь посмотреть на свою купюру? Смотришь? Только честно скажи, правильно? Правильно. Вы знаете, на этом закончится уже эту вакханалию, как говорят.
А, да. Хоть, давай смотри. Это не все. Раз ты любишь деньги. Не меньше, чем ты, мне кажется. Да, очень люблю. Мы любим деньги. Да, золотой крест все-таки меня когда где-то победил. Я хочу на память о нашей передаче сделать тебе подарок. $1000. Так. Но. Ты должен их как бы выиграть. Заработать, да. Смотри, у меня 5 табличек. Твоя задача просто назвать любую цифру. Одну из 5. Видно? Или повыше поднять? Вот так, да? Называй цифру. 4. Хочешь поменять выбор, пока я не открыл табличку? Твой выбор. Я не смотрю тебе в глаза, чтобы ты не подумал, что я влияю на тебя. Не хочу. Не хочешь. А я бы на твоем месте поменял. Не меняешь? Нет. Третий раз спрашиваю. Не меняешь? Не меняю. Помните, я сказал, что я хочу подарить ему $1000. Ты выигрываешь носки. 4 раза подряд ты мог выиграть $1000. Держи, это тебе подарок. О нашей передаче. Ну, мне кажется, это уже для бэбика моего. Все равно все в хату. Спасибо. Вот так. Ну, давай еще один добью тебя. Смотри, быстренько. Я понимал, что я $1000, исходя из этого, не выиграю никогда. Поэтому надо понимать, что носки не просто так были готовы, да? И мы понимали, что по-любому я выиграю носки. Но мне даже все равно приятно получить от Сергея носки, потому что это будет очень крутой подарок. Я их повешу на специальный гвоздик, который я забью. И будет очень круто. Я тебе автограф на них оставлю. Будь смотри, добр. Колода карт лежит на столе. Подумай сейчас о любой одной карте. Из одной из 52. Я знаю, что ты выиграешь. Нет. Это даже не игра. Просто вот фокус 2024 года. Лично мною разработанный. Давай. В этой колоде, сразу скажу, перевернуто 4 карты неправильной стороной. Назови свою карту. Семерка... Ромбик, да, красный. Ну, это Буби. Буби, да. Да. Семерка Буби. Я сказал, что здесь перевернуто 4 карты другой стороной. Это 4 туза. Один туз, второй туз, третий туз и четвертый туз. Ты сказал семерка Буби, правильно? Читай вслух. Ваш выбор 7 Буби. Круто. На этом, я надеюсь, наша передача подходит к концу. Серег, спасибо тебе огромное. Вообще, забил, прям красавчик. Да, сделал, согласен. Ребята, я уже не знаю, что вам сказать, но сегодня была, конечно, очень крутая передача, и мы очень надеемся, что вы будете смотреть наши следующие передачи. Мы еще Сергея пригласим. У него фокусов на 70 лет вперед, как он говорил. Даже вот. Больше. Я думаю, что с нами он сделает нам скидку на нашу передачу, хотя Сергей... Я вообще тут за кусок рыбы. За кусок рыбы, да. Мы поэтому с вами прощаемся. Спасибо всем огромное, кто нас смотрит. Всем до свидания. Хорошего настроения. Сереж. И волшебства. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Заходите на наш канал. Это будет лучший выпуск, если вы ничего не слышите. Ну, слушай, ну ты кубик Рубика. Я посыпал! Че дальше? Да, вот это вот. Следующее, пожалуйста. Тоже сюда на рыбу или туда? Уже не важно. Давай, пожалуйста. Соберись. Санек, соберись. Да, неплохо. Вот так мы и зарабатываем.